Сотрудники госавтоинспекции продолжают проводить профилактические мероприятия, направленные на выявление лиц, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Так, в Старополтавском районе дорожные полицейские задержали 19-летнего жителя Саратовской области, который управлял отечественным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и проигнорировал требования сотрудников полиции остановиться. Нарушитель, уходя от преследования, совершил столкновение со служебной автомашиной полицейских. Для его задержания наряд дорожно-патрульной службы вынужден был применить табельное оружие. А на одной из улиц в селе Верхняя Добринка Камышинского района инспекторы дорожно-патрульной службы задержали 45-летнего местного жителя, который на своем автомобиле «Нива» не остановился по требованию сотрудников полиции и попытался скрыться, в результате чего водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В ходе проверки полицейскими было установлено, что в 2015 году данный водитель привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. За повторное нарушение водителю грозит уже уголовная ответственность. Понесет наказание и гражданин Армении, который управлял у одного из домов по улице Рокоссовского в Дзержинском районе отечественным автомобилем в нетрезвом состоянии и не остановился на требования полицейских. Проведение профилактических мероприятий сотрудниками госавтоинспекции на территории города Волгограда и области продолжается.